Здравствуйте. Я Ольга Саханова, актриса театра и кино. Мне 52 года. Живу в Петрозаводске, заслуженная Карелией. И в данный момент я нахожусь в Турции на съемках сериала. У меня перерыв. Хочу сказать, что самая моя, как я считаю, большая удача – это фильм «Межсезонье» Александра Ханта, роль мамы. Очень трепетное у меня к ней отношение, смешная, забавная, наивная, жалко ее. Вот, и вою я просто потрясающе. Надеюсь, с вами встретиться, до встречи. Тавтология. Но это не важно.